Крупнейший российский банк Сбербанк CIB планирует начать торговлю криптовалютой за пределами России, чтобы избежать нарушения внутренних правил, заявил вице-президент банка Андрей Шеметов. По его словам, речь идет не только о биткоине, но и о таких альткоинах, как эфириум, лайткоин и даш, у которых достаточно ликвидности, чтобы перекрыть риски. По швейцарским законам торговля криптовалютами разрешена, и мы создаем инфраструктуру, чтобы предлагать эти услуги через нашу швейцарскую дочернюю компанию, сказал Шеметов. Банк имеет филиал Сбербанк Switzerland AG со штаб-квартирой в Цюрихе.